Количество убийств, совершенных в пьяном состоянии, сократилось в Якутии на 41%. Об этом рассказали участники Всероссийской научно-практической конференции. На ней обсуждают антиалкогольную политику страны. По итогам социологического исследования, 64% населения поддерживает меры по борьбе с алкоголизацией в регионе, а количество убийств сократилось на 41%. Гости конференции относят Якутию к лидирующим регионам, среди которых активно действует антиалкогольный закон, а особое внимание на конференции уделяют алкоголизму среди подростков. Употребление алкоголя, да, в 2006-2007 году 83% девочек, 80% мальчиков употребляли алкоголь. Снижение практически тоже на четверть. И цифры очень близки к городским школьникам. 63% девочек и 59% мальчиков. То есть мы наблюдаем сегодня такой реальный, репрезентативный, доказательный тренд снижения потребления алкогольных напитков.